16 ноября самбисты всей страны уже в 9-й раз отметили Всероссийский день самбо. С каждым годом этот праздник расширяет географию и объединяет все больше поклонников данного вида единоборств. В прошлом году турниры, посвященные 77-летию самбо, проводились в 120 городах России с участием более 15 тысяч юных спортсменов. В этом году день самбо стал не менее масштабным событием, и по традиции спортсмены отметили его на коврах в поединках с достойными соперниками. Омские самбисты встретились в кадетском корпусе, чтобы сразиться в рамках областных соревнований, посвященных этому дню. У нас очень большие традиции в городе Омске, вот, поэтому самбо, я думаю, что должно быть очень популярно, и нам популярно. И я скажу на примере своего клуба сейчас. У нас вот, ну, лет 5, наверное, не только нет оттока в клубе, в филиалах клуба, но и большой приток. Самбо знают, самбо очень нравится, очень популярно среди детишек. И родители тоже хотят, чтобы самбо занимались. Я горжусь, что я самбист. Хотел пожелать самбистам успехов в спорте, успехов в жизни. Вот. И я хочу, говорил и буду говорить, повторяю, наверное, каждый, кто занимался борьбой самбо, обязательно не потеряется в жизни, а достанется, достигнет хороших результатов. На ковер вышли около 130 воспитанников самых именитых омских спортивных школ и клубов, а также представители Марьяновского и Одесского районов. Юноши 2001-2002 годов рождения, несмотря на то, что встреча носила больше товарищеский, нежели соревновательный характер, выходили на поединки с серьезным настроем и сражались в полную силу. Ведь для каждого из участников турнира самбо – это вид спорта, который сумел увлечь их своим разнообразием приемов и техник. Меня брат туда привел сначала. Поначалу тяжело давалось, потом со временем началось получаться. Почти все допускается самбо, только дышач нельзя делать. Но самбо интереснее тем, что можно болевую на ногу проводить и в ноги проходить. И броски мне легче удается делать. Мне предлагали сначала либо самбо, либо легкую атлетику. Я выбрал самбо. Ну и дальше начал заниматься. Броски красивые, то, что себя воспитываешь больше и физически, и в волевом плане. Борьба за победу велась в 10 весовых категориях. Разброс от 42 килограммов до более чем 84. По итогам турнира медали высшей пробы в разных классах завоевали курсанты Омского кадетского военного корпуса, воспитанники спортивного клуба имени Александра Пушницы, детско-юношеской спортивной школы имени Героя России Олега Охременко и самбисты Одесского района.